Выбор имен Кирилла и Мефодия для названия святилища не случайен. Кирилл является покровителем святейшего патриарха, который был архиереем Смоленской кафедры 25 лет. По словам епископа Милетия, имена святых – это напоминание о том, что все мы – один славянский народ, объединенный одним языком. Тем языком, на основе которого Кирилл и Мефодий создали азбуку и перевели на него священное писание. Выбор святых покровителей – сооружаемого храма обусловлен именно этим, напоминанием нам с вами о том, кто мы, откуда мы и что мы, чтобы мы помнили о том, что все, что у нас есть, нас только объединяет. Место для храма выбрано на просторном лугу, окруженном живописными видами на жилые дома 8-го микрорайона. Жители, будущие прихожане, с большим благоговением и почтением прослушали молебен, пообщались с приглашенными духовными отцами и представителями власти. Первые лица города совместно со священнослужителями провели церемонию освящения закладного камня. Депутат Государственной Думы Ольга Окунева назвала закладку камня важным историческим событием в духовной жизни Десногорска. У нас у каждого в сердце есть храм. А с верой легче делать все дела. Поэтому для меня это очень торжественно, важно и очень эмоционально приятно и ответственно быть здесь. Духовные отцы надеются, что жители Десногорска смогут обрести в будущем храме опыт молитвы. Они убеждены, что в этом святом месте горожане почувствуют Божье присутствие и, окрыленные этим чувством, будут успешно решать те задачи, которые возникают у них на жизненном пути. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.